Сань! Молодые люди, а что это мы тут делаем? Твою мать! Они смотрели нас! Они идут! Фред, беги! Уходи, уходи! Твою мать, беги, беги, беги! Часа 15 минут. Твою мать! А! Чёрт, страшно. Итак, всем привет! И сегодня мы попробуем переночевать в супермаркете. Так, собственно, вот вход в наш супермаркет. Смотри, сейчас времени сколько уже? Так, уже скоро закроется. У нас есть 40 минут буквально. Окей, давай, пошли. Собственно, народ, а сегодня мы попробуем спрятаться где-нибудь в этом супермаркете нашем. И сейчас мы будем выбирать место, где будем прятаться. Слушай, только потише говори, не привлекай к себе особо внимания. Это естественно. Ну, понимаешь, тут уже вообще людей нету, то есть как бы в этом супермаркете утром вообще много людей, а сейчас нет. Так, Фред, давай посмотрим, где будем прятаться. Честно говоря, я вообще удивлен, что здесь люди остались. Ну тут уже позакрывали все, ну как вариант в принципе, но я думаю, что нужно обойти весь. Да, ну понимаешь, я не знаю, где камеры здесь расположены, и нужно найти вообще сейчас, где можно спрятаться, то есть за полками там, за чем-нибудь. Давай это время пока есть, обойдем вообще все здесь, да, и выберем самый оптимальный вариант. И посмотрим, что у нас. О, слушай, Нэти, стой, кот, ты пошел. Смотри-ка, здесь неплохое местечко, я вижу. Смотри, не знаю, надо подождать, пока все народ уйдет. Ой, смотри. Кстати, не забывай вести себя естественно. Слушай, пошли, посмотрим, что тут вообще есть, как бы. То есть мы увидели там много полок с булками. Ну, там, где мы были, которые закрыли. Ну, я тебя понял. О, арбуз, смотри. О, посмотри, ну, как шкафчики какие-то, я не знаю, для чего они, кажется, они... Смотри, там можно прятаться будет. Они... Тихо, ну... Тихо, да, тут пошли. Молодцы, есть камеры, охранники за нами наблюдают. Смотри, Фред, еще как вариант, то есть можно куда-нибудь вот укомповаться, так залезть на эти полки. Да, я тебя понял, но это уже, наверное, крайний вариант, потому что я бы не хотел бы, наверное, лежать. Смотри. Да. Опа. Так, давай испытаем наше ночное зрение на камере Night Vision. Кстати, эта камера вообще топовая, то есть мы на нее откладывали мани. Давай еще я включу. О, смотри. Смотри в камеру. Блин, смотри, все видно. То есть вот как мы сейчас видим, да? И как видит камера. То есть вообще... Не зря брали, не пожалели, да? Да. То есть как знали прям. Я уверен, что она пригодится, серьезно. Ты представляешь, как здесь будет темно, когда этот свет отрубят? Блин, да. Серьезно, я не знаю, что будет. Ты вообще не передумал-то еще до сих пор-то? Смотри, надо. Тут типа пельмени хранят. И вот зачем тут этот шкаф стоит, скажи мне, пожалуйста. Ну, в гипермаркете нынче не такое увидишь. Ладно, чё, времени-то не так много осталось. Да, давай искать уже, где будем прятаться. То есть, посмотрим. Итак, собственно, остается не так уж и много времени. Сейчас пойдем экстренно искать место, куда можно спрятаться. А если не получится, то вернемся следующим днем сюда. Ну или не сюда, посмотрим. Итак, народ, у нас остается вообще мало времени. Сколько? Посмотрим. Сейчас глянем. Нези, уже 23:49. Так вот, смотрите. И сейчас мы выбрали самый оптимальный вариант, то есть спрятаться. Видите, тут вообще нету нигде людей. А спрятаться вон в тех шкафчиках. И сейчас первым полезет Фред, я буду стоять, так сказать, на шухере. Если придут охранники, то я сразу скажу ему вылезти, или спрятаться хорошенько. Ну так посмотрим, что из этого выйдет. Блин, нервы шалят. Скоро магазин уже закроется. Так, давайте. Ну что, первооткрыватель шкафов готов залезть? Ну, Нейзи, знаешь что, я знаю тебя хорошо, и ты в любой момент можешь дёру дать, в принципе. Я надеюсь, ты не киданешь меня, если чё. Так, это я вырежу. Давай, полезай. Ты меня слышишь, да? Слышишь меня? Такие глаза тут торчат. Так, вроде народ, никого пока что нету. Ну, всё, окей, я тоже прячусь всегда. Слушай, я сильно замечен? Ну, ты вообще тень. В кавычках. Отлично. Ладно, давайте, я тоже залезу. Народ, я в шкафу, как видите. Тут, короче, есть такая щель, смотрите. То есть через нее я могу общаться с Фреддиком. Вот там сзади меня дверь, и такая вот щель тут есть. То есть сейчас я поверну на него камеру и покажу. Вот наш Фреддик сидит, смотрите. То есть вот так вот там все выглядит изнутри. То есть если кто-то придет, то, я не знаю, я смогу как-то вот пролезть к нему. Но... О, тихо, слышишь? Ты потише разговаривай, поменьше внимания привлекай, нам здесь еще очень долго сидеть. Так вот, собственно, сейчас... Внимание покупателям, магазин закрывается, просим всех на выход. Слышал, ты слышал, да?
Сейчас закроется, сейчас будет весело. Или как там говорят, сейчас будет мясо. Господи боже. Так, народ, уже где-то прошло минут 5, и вот смотрите, видите вон ту лампу, да? Я сейчас с помощью камеры приближу. Смотрите, то есть вон там, она только что горела, а сейчас она уже выключена. То есть народ уже начинает расходиться потихонечку, вот. А вон Фреддикью сидит. Давайте подождем пока что, и свет полностью выключится, и тогда начнется мясо. Итак, народ, уже времени где-то за полночь, мы уже сидим здесь, сколько, Фред? Слушай, Нейзи, уже 12.06, вообще, и свет до сих пор еще горит. Да. Странно это все, конечно. Ну, думаю, его скоро выключат, не знаю. Блин, мы еще ни одного охранника не видели, даже когда в магазин заходили. Смотри. О, господи. Тихо. Вот это было офигенно, слушай. Прикольно. Скажи, прикольно. Фред. Не знаю. Блин, погоди, давай сейчас включу ночное зрение. Night Vision. Во. Так, собственно, я вижу Фреда, но он меня не... Сидит там. Эй, Фред. Да, чё? Ты меня видишь? Да я вообще ничего не вижу. А я тебя вижу. Я только чувствую, что вот здесь дверь, а здесь стены. Нет, я вообще ничего не вижу. Лол. Слушай, Фред, а чё нам делать-то, ё-моё? Ну, я предлагаю лично подождать еще немножко времени. Окей, давай подождем тогда, посидим здесь где-то минуток 10, вот так, и тогда выйдем. Подумай, просто магазин только что закрыли, считай, свет отрубили. Будет глупо, если мы прямо сейчас пойдем. Давай реально посидим еще минуток 10, наверное. Давай. Так. Короче, народ. Там кто-то есть. Серьезно говорю. Серьезно, там кто-то есть. Да я тоже видел. Думаешь, это охрана? Наверное. Я не знаю. Я тоже слышу, что ты... Твою мать. Чёртов скример. Первым, а Фред за мной. Да, давай. У тебя же камера, так что давай. Да. Так, в какую сторону он открывается? Ты слышал? Что? Нет. Что-то по вентиляции пронеслось. Ладно, хрен с ним. Так, давай, выходи. Тихо. Что, давай закроем за ваш шкафчик? Давай. Так, Фред. Мне уже страшно. Мне уже не по себе, слушай. Фред, смотри, через камеру, вон просто вот туда вот смотри вдаль, там просто жопа. Слушай, мне кажется, это... Вот смотри, не, вот сейчас вот, смотри просто туда, там просто жопа, там просто так страшно туда смотреть вдаль, блин. Кажется ли, оттуда свет идет? Где? Вон. Кстати, да. Смотри, вот я сейчас без камеры смотрю. Реально, смотри. Слушай, может быть, еще магазин не до конца закрыли? Не знаю. О, черт! Тихо. Фред, ты видишь? Вон он идет. Фред, ты видишь? Да вижу я, тихо. Спрячься, твою мать. Блин, знаешь, это похоже на настоящий фильм ужасов. Слушай, давай тогда не будем стоять на одном месте. Давай. Помнишь, я тебе коробочки показывал здесь, бля? Да, давай туда спрячемся. Ну, временно, пока что. Посмотрим, давай. Что будет дальше. Собственно, Фреддик идет сейчас вперед, а я смотрю назад. И у нас такая тактика жесткая. Черт! Что, ты кого-то видел? Черт, сюда. Тихо. Ложись. Окей.
Это его страшно. Это его шаги. А? Шаги. Тихо. А если нас палят? Как мы будем убегать? Я не знаю. Нам это вместе будет держаться. Я тебе говорю, не кидай меня. Окей. Давай встанем. Слушай. Фред, я придумал. Давай. Я подсажу тебя на этот шкаф. Ты серьезно? Ну ладно, давай уж как бы. Готов. Давай. Давай. Полез. Залез. Да, тихо. Нези, слышишь, там два охранника стоят, и кажется, они разговаривают. Я не знаю, слушай. Чего? Я вообще без понятия, они просто стоят и... Ну-ка, стой, дай мне руку. Давай. О, все, отлично. Слушай, куда они пропали-то? Не знаю, они только что здесь были. Так, народ, сейчас мы пойдем аккуратненько. Сейчас с Фредом я со... А, вот он. Сейчас, ну, встретился уже. И сейчас мы пойдем дальше смотреть, что у нас есть в магазине. Ну, честно говоря, я не думал, что настолько страшно будет это все. Чёрт! Ты кого-то видел? Мне показалось, наверное. Слушай, ты не пугай меня так, я не знаю. Ладно, потом дома запись пересмотрим. И да, если кто-нибудь из администрации смотрит это видео, то знайте, мы не воры, мы вообще ничего не своровали. Просто зашли в магазин посмотреть. Ну, как бы для подписчиков, ну, все понимаете, да? Там никого же нету. Нет. Так, Фред, мне показалось, или там кто-то был? Да, я ничего не вижу. Ой, погоди. Ну-ка, давай дальше, думаю, пройдем. Пошли, короче, вот сюда вот. Да, я думаю, это не хорошая идея. Ну, ладненько, что, раз уж решили, давай. Да, давай посмотрим. Вот смотри, народ, как сейчас мы видим без камеры? Вот так вот. То есть сейчас довольно-таки светло, поэтому... А ночное зрение я выключаю камеры. Слушайте, я всегда так вижу. Может, давай я теперь с камерой похожу? Хотя ладно. Я уже привык. Что? Ты посмотри, выгляни за угол. Тихо. Кажется, я понимаю, что нужно уходить совершенно в другую сторону. Кажется, здесь еще... Смотрите, там стоит охранник. Я не понимаю, почему здесь свет не погасили. Ну ладно, давай не будем лезть ни в свои дела, и вообще уйдем отсюда. Давай дальше куда-нибудь пойдем, не знаю. Блин, пускай... Черт, он на меня посмотрел, Фред. Ты куда? Ты пошли обратно! Ой-ой, все, он ушел в пельмешки. Если ты думаешь, ты себя неприятности нажить. Окей, он пошел дальше пельмени смотреть. Собственно, народ... Смотрите, садь! Молодые люди, а что это мы тут делаем? Твою мать! Они смотри, ребят! Они идут! Фред, беги! Уходи! Твою мать, беги! Ящики! Давай, ящики, быстро! Твою мать! Черт, Фред! Вот ящики, давай, залезай! Фред. Там два охранника вышли на нас. Я убедился, что знамение Христа. Да? Они нас не спалили? Нет, все хорошо, нужно уходить. Давай дальше пойдем. Кажется, мы бежали оттуда, да? Да. Пошли к тем шкафчикам. Слушай, ну да, там было безопасно, хотя нет, слушай, вначале мы там увидели одного. Ладно, погнали. Я много не понимаю в этом магазине, но... Чувак, самое хреновое то, что они нас спалили. Они знают, что мы в этом магазине, твою мать. Давай по-тихому попробуем сбежать отсюда. А, сбежать, конечно, здесь же открыты двери. Нет, давай проверим, мало ли. Так, главные двери закрыли. Черт. Давай, сюда. Так, вот сейчас самое страшное, Фред. Я никогда не люблю выглядывать из-за угла вот так вот. Слушай, я не очень хочу идти в ту сторону, потому что именно там мы на них нарвались. Ты видел? Я лично видел двоих. А... Наверное, те самые, которых я еще тогда видел. Тихо, у меня есть план. Давай. Давай лучше, наверное, держаться ближе к полкам, потому что за них-то можно хотя бы спрятаться. Да. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Охранник челлендж, типа поснимать охранников, знаешь, вблизи, ну не вблизи, то есть поснимать вообще охранников. Ну для начала нужно выловить хотя бы одного. Выловить? Ой, ну чё, рыба? Ты уверен, что знаешь? Ты знаешь, что делаешь вообще сейчас? Уверен? Ради подписчиков. Блин, Фред, это... Смотри, тут некоторые лампы еще горят.
Вот тебе и охранник, Чилиш. Снимай. Окей. Вон он, вон он. Стоять. Они нас спалили! Что? Нет. Фред, тихо, тихо. Давай, где шкафчик? Твою мать. Он так, он, знаешь, он так посмотрел в мою сторону, да, я через камеру посмотрел. Посмотрел на меня и ушел, короче, за этот прилавок к пельменям. Фред, давай так. Я спрячусь вот сюда, да? Укомпкусь, а ты вот в этот шкаф. Давай вот это угарно будет. Конечно, угарно, давай попробуем. Не рядом, я прям чувствую. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, только бы не увидел. Твою мать, он ушел. Он ушел. Фред. А, ты что, что, я здесь? Полезай. Ты серьезно? Да. Надо срочно валить. Черт, нет, нет. Там охранник. Тихо. Фред, короче, он такой посмотрел на меня. Прям к моей полке. А потом куда-то ушел. Ладно. Давай сейчас полезем. Найди мне не по себе. Пошли. Это ты... Твою мать! Фред, беги! Черт! Блять, я убежал, тихо. Твою мать! Чуваки, вон он бежит! Твою мать, лево! Черт, 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 черт! Черт, где Фредди Кью? Черт, 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 что делать? Народ! Блин, черт, тут так страшно! Я где-то потерял Фреда, но надеюсь, я его потом найду. Черт, я боюсь, что сейчас сюда охрана придет. Не знаю, надо уже выбираться отсюда как-то. Блин, не знаю, стекло что ли выломать? Нет, плохая идея. Черт, даже не знаю. Сейчас времени где-то 2 часа. Вот так вот, я это уже вроде как говорил, но не знаю. Так, народ, прошло где-то 5 минут, и я выхожу искать Фреддика. А на сообщение ВК он не отвечает. Ой, черт. Так, это было опасно. Собственно, пойду я искать его. Так. Фу. Я не знаю, надо потом сходить будет, посмотреть. Может, он сидит в коробках? Скорее всего, он там и сидит сейчас. Надо еще больше назад смотреть. Черт, охранники, видимо, уже заподозрили, что мы в магазине, и ходят нас, ищут. Так, выключу, пожалуй. Ночную. Черт, кто там? Это его рука? Чуваки, там рука охранника. Надеюсь, вы увидите. У этой камеры хороший зум. Вот. Так-с. Блин. Чё? Твою мать. Только решил батарейку не тратить. Нэйзи, Нэйзи. А? Это ты? Фредики. Ты где? Я услышал твой голос и... Фред. Я в шкафу. Тихо. Тихо. Тут недавно был охранник. Я только что сюда зашел. Тихо. Быстро. Надо уходить отсюда. Слушай, пока мы с тобой разбежались, тут такое происходило. Чего? За тобой шла погоня, просто... За мной? Бежали, да, за мной бежали, но я спрятался в шкаф. Они, как и мы, разделились, и я еле-еле удрал. Фух, я рад, что с тобой все хорошо. Блин, я думал, тебя поймали. Да у меня такое же ощущение было, и я думал, что ты меня сдашь. Черт, знаешь, блин, я как сюда пришел, так сразу свет вырубился, жесть. Да я только что сам заметил, меня это не меньше, чем тебя испугало. Ладно, какие планы, что будем делать вообще? Так, надо, я думаю, надо куда-то спрятаться и ждать до утра. Мне кажется, самое нормальное место там, где коробки, помнишь, были? Так нас там спалили уже один раз, нет? Да. Но я не знаю, я лично не хотел бы сидеть в тесном шкафу, так что я не вижу предложения получше. О! Ну, вот это вот действительно самое фиговое предложение. Нет, так, тихо. Самое страшное, это выглядывайте за угла. Так, кстати, что это там? А, нет, показалось. Пошли. Давай, я за тобой иду. Давай. Если что видишь, сразу говори, только не ори, только тихонечко. Окей.
Окей, блин, я повторюсь, это очень похоже на фильм ужасов. Блин, знаешь, что будет реально фейлом? Спрятаться в шкафчике и нас откроют. Серьезно, мы, считай, когда в шкафчик заходим, мы загоняем себя в пространство, где нас реально могут достать. Ну, слушай, у меня есть прикольная идея, смотри. Черт, нет, я боюсь... Чем себя возомнил, Нейзи, погнали. Итак, народ, собственно, сейчас уже где-то 3 часа ночи. Мы все еще прячемся от охраны. 3 часа 15 минут, если стоять! Ты где? Твою мать! Опять мы разделились. Черт. Все, Фреддики поймали. Твою мать, что мне делать? Черт. Чуваки, я где-то уже 5 минут хожу и не могу найти Фреда. Собственно, блин, я... Нейзи, ты чё? Тихо. Стой, там Фред. Чуваки, я слышал тебя, Нейзи. Так. Чуваки, вот Фред. Есть, мы нашли его. Привет. Ну, привет, слушай, как бы, может, не будем больше разбегаться-то? Не знаю, как тебе, но мне это не особо нравится. Мне тоже, чувак. А что делать, если так получилось? Я не знаю вообще, что нам делать. Ты меня спрашиваешь, что в этой ситуации? Блин, чувак, они вырубили весь... Короче, я нашел там толчок. Может, там отсидеть? Вот. Нейзи! Твою мать. Я думаю, что это неспроста. В час ночи? Нет, это неспроста. В час ночи? Чувак, они нас спалили, они знают, где мы. Наверное. Я не знаю. Чувак. Тут темно, смотри, как тут темно. Может, здесь спрячемся? Черт, они ведь нас сейчас искать будут. Я вообще без понятия, слушай. Может, нам просто выйти и сдаться, нет? Выйти и сдаться? Ты думаешь, что нам удастся просидеть здесь до утра, до того, как он откроется? И думаешь, они вообще откроют его? Мне кажется, скоро сюда приедут менты и... Ладно, давай. Окей. Так, чуваки, вот, собственно. Все, Нейзи, все. Стойте. Ну что, вызывайте полицию, будем разбираться. Блин, чуваки, нас поймали, короче, и сейчас мы пойдем мусоровоз. И, собственно, все. А, там будут спрашивать Фред. Побежали! Да ты серьезно? Беги! Ты хорошо, твою мать! Беги! Ты бежишь? Да конечно, Нейзи, стой, ты куда так быстро-то? Беги. Слушай, кажись, с нами никто не бежит. Да? Или стой. Да, мы свалили, Ты серьезно вообще, как ты за... С чего бы они открытые двери оставили? Блин, я не знаю, там дверь открытая была. Слушай, я даже внимания не обратил вообще, не, ну ты хорош, конечно. Блин, я уж думал, это конец. Не все, чувак, я туда, в этот магазин ближайший год ходить точно не буду. Ты тоже мусоровозку представил, этот вазик? Да. Блин,